Dragon, Dragon, Money, Money, самый лучший в мире сайтик. Давай, давай с нами, с нами, заработай много money. Работает уже не один год, проверка игр через Random.org. Поддержка, отзывы, все для людей, но где все это, где? Dragon, Money, лаве уже в кармане. Тут никаких правил, давай смелее, парень. Dragon, Money, лаве уже в кармане. Тут никаких правил, давай смелее, парень. Да, ёб твою мать, блядь. Ну, дыру. Ну, хватит уже, ну, блин, я устал чихать, блядь. Вот. Не понял. Спасибо, спасибо большое, ребят. Буду здоров. Я настоящий путь. Все остальные файки. Писпорте транспорте записан. Или кантинька. Покажи, что там у тебя есть. У меня нихуя. Все закрыто. И будут тут, и наши будут те. И там мы с тобой воюем. Бля. Слушайте, а где зубы алюминиевые можно поставить? Кто-нибудь скажет? Я просто, ну, где их еще делают, блять? Ото. Фу. Фу, ой, жаки паки жорид. Жаки паки жорид. У жогу до негам мобили. Блять, да они уже какую-то полную хуйню несут, не? Они уже даже не стараются, блять, говорить по факту, по картинкам, блять, если честно. Жогу до негам мобили, у амогус. Жогу до негам мобили. Жогу до негам мобили, у хабракс. 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 О, Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans. О, Clash Royale! Clash Royale! Бля, пиздец. Это пиздец, блядь. Кто? Там видеоролик. Сука, что за хуйня, блядь? Вышел сын шлюхи. Жиновский. Так, пояснительная бригада будет? Алло, Дрейк, ты в эту хуету играешь. Чё? Ну, типа, он присосал его. Он присосал о, его. О, малой, тебя, ну-ка видишь? Поясни, слышь. Рыбачка, я рыбак, ты на суше. Понял. Это как с этой... Майкл, короче, как шлюшку таскают. Тихо. Как твою маму. Как твою сестру, проститутку ебаную. Майкл, ты занят? Уже второй час полета. Почему бы тебе не сделать из моего кабачка кабачковую икру? Иди, что ли, прав сим там. Я хочу с Майку потусить, оп. Да иди нахуй отсюда. Реально, эти в пизду. Все путем. Я как раз хотел отдохнуть. Но не фрик-сквад. Ты дискорд перепутал, брат. Тебе выше чуть-чуть. Воебоны не по уровню. Давай съебал. Не-не. Так за что вы меня выгоняете, я же это... Ой, это я видел, кстати. Сейчас разъёб какой-то будет. А чё? Сука, я... Не будет. Пиздец, он просто крышку закрыл и всё, блядь. Там все выдержали, на. Баян. Блядь, пиздец, как вы видосы заливаете, блядь, вот такие нахуй файлом, что ли, блядь? Что это? Блять, оно сейчас ебанет, слышишь?
Блять, я боюсь. А, фу, не так уж. Я буду тебе повторять. Они говорят, Хован, мол, ты такой самовлюбленный. Ну а как еще, братан, ты видел, блять, какой я клевый? Влетаю! Чё? Ты 1.40 м, блядь, 20 килограммов. Я 1.51 м, я уже вырос. И 40 километров... Ой, вешу. Бля, вот точно не пиздишь, сейчас понял сразу. 1.51 м. Очень гордо. День был холодный, а я влюблён. Нас было трое, жалко, что не твоя. Бля, какой милый видос. Со мной что-то не так. Who are you? I'm Travis. Travis Scott. Добрый видос. Это мы видели, да. Ща ебанет, да? А, бля, Биба и Боба нашли друг друга, пацаны. Че? В чем прикол, блядь? Эту конфету не ел ни разу в жизни, блядь. Она в зубах прилипает. Тебе сейчас сколько лет? её зубы, блядь, чуваки, ну я не ел ириски, блядь, честно, типа, чё вы меня это доебали? Итак, уже виднеется желтая машина, Георгий Чевчан, Гоча. Первый заезд Гоча. А скорость хорошо, а? Ага, вот и самый главный бездельник. Ты хоть раз кому-нибудь помогал? Делал полезные дела? Сегодня у тебя есть шанс, иди и твори добро. Блять. На всякий. Опа. Ух, вот ты. Это вовремя я пришел. Мелочь, а приятно. Да блять. Бля, пиздец, нахуй. Что-то меня какой-то жидкий монстр атакует последний день, пиздец. Ой. Такой баян. Не понимаю. Да это, блядь, сталкеровские приколы, блядь. Так. Ну ладно, это факт. Тут, сори, факт, блядь. Это пиздец. Чел, блять, нахуй ты озвучил? Я думал, ты в миме, блять. Суета, блять. Суета, блять. Ух. Блять.
Что за, кстати? О, наш. Ебать, еще раз. Слишком охуенный ТикТок. Наш челик. Бля, что может быть круче, чем кучерявый строго? Я не знаю, блядь. Имба полная, нахуй. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Just kill me already. I'm a villain, not a monster. Слышь, ублюдок ебаный, прекрати хуярить лес. Немедленно, блядь. Ай, захуявно. Захуявно его разъебал, блядь. Бля, пиздец. Слушается дело по иску. Ебать, как я эту хуйню в детстве смотрел. Слышь, чел, я прям часами. Я тоже смотрел. В школу приходишь, блядь. Ебать, пиздец. Думаешь, пиздец, нахуй. Я в эту хуйню ебать, вообще как верил. Так возможно? О компенсации морального вреда. Истец пасечникова Анфиса Ивановна, отец Шалашников Юрий Иванович. Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования. Ваша честь, со мной произошла кошмарная история. Говорил, что мы будем жить очень долго, у нас будут дети, что... Жили бы долго, Наташа, если бы ты не устроила весь этот цирк, который здесь сейчас происходит. Я поверила ему, понимаете, поверила и подумала, что я нужна ему. Хотя все знакомые друзья мне твердили, что я намного старше, что он из Туркменистана, ему нужны мои квадратные метры, а не я сама. Я ей говорю, вот дом, поехали, горы, козы, лес, что все говоришь? На газу, как она любит. Да что ты такое говоришь? Это 10 из 10 сегодняшний, блядь. Да что ты такое говоришь? Актуалочка. В чем прикол? Нихуя себе, чел, ты вообще что ли, блядь, с приколом? У тебя интернета нет. Весь, блядь, интернет следит за этим, за судом этим ебаным, нахуй. А кто это такие? Понятно, блядь. Пиздец. Это создатели смешариков, друг. Делят компанию сейчас. Да. Да, блять, это надо, короче, Максу Шадоукеку скинуть. Да это пельмень уральский, бля. Ебать, он с него прорет, слышь, в голос прям. Относитесь в себя выключатель. Делай, но во мне краситель, ты там привыкатель. Про это щит, рокинг, я им рассказыватель. Большие ба... Мне нужна шлюха. Нихуя, блядь! Ты охуел? Тут он не пизданет банворд, а то он любитель, блядь. Ну он что-то вымахал, скажет. Ты охуел, блядь! Как он, блядь, вырос, нахуй? За 2 минуты, блядь, ты вырос. Ты охуел, блядь! Охуел, блядь. Ухля. Нихуя, ебать, дает. Бля, ебать, ебать, он вообще, слышишь, охуенный. Сказка, блядь. Слышь, там наверняка в комментах пишут, ой, позор, блядь, и это мужчины, блядь, да, там я, блядь, я один раз зашел в комментарии к типу, который на шесте хуярил, типа, охуенно, ебать, я в комментариях написал, ебать. Ну это, кстати, сложно, пиздос. Ебать, охуевший, блядь. На шесте ебашь. Там, прикинь, держаться надо, это ебать надо силы, блядь. Для попка вообще. Ой, это тело, ой, оголенное тело. Ой, бля, меброс. Бля, ебать, нахуй, позорище ебаное, блядь. Что он там пизданул, блядь, опять? Секс. Эти ножки, блядь. Ой, эти шрамы боевые. Я бы ему вставил. Ой, не могу. Блядь, да. Бля, это... Позорище, позорище. Блядь, это нахуй вообще пизда какая-то, нахуй. Это мой модератор, блядь, да. Только что он высрал? Да, бля, убери ты меня с экрана, блядь. А нахуй ты такие вещи говоришь, слышишь, позорник? Не, его конфликт с Генсухой, это просто пиздец, блядь. Да нет, а это... А за конфликт с Генсухой? Это какой-то абсурд ебаный, вообще максимальный, блядь. Да, в этом и прикол. Да этот, чего? Блядь, резкий уебан, сука, он же, блядь, токсичный пиздец. Чё, напиздел на кого-то? Да. Да. Не понял. Я задумался. Нас
Варпач. Хатыщ, хатыщ. Варпач 2.0. У него айтишник Варпач 2.0. Вот это пиздец смешная хуйня. Это, конечно, монтаж, но это смешно. Бля, у нее такое ебало несчастное, да? Очень хочется пожалеть ее, если честно. Но нет. Такой загадочный. Такое загадочное лицо у нее, конечно, всегда несчастное. А как срать на кровать, так такое лицо, наверное, не делала, блядь. Прикиньте, реально насрала ему, бля. Вот не, это... у нее тут внешность максимально мерзкая какая-то, я не знаю, прям отталкивающая, блядь. Чуваки, для тех, кто не в курсе, типа, вот эта чувиха, нахуй, Джонни Деппу на кровать насрала, бля. Реально насрала своим говном или где-то купила его, хуй знает. Это... Твоей жопой. Это пиздец вообще. Слава Мерлоу на судье, блять, это пиздец. Слава, что ты сделал, блять? Я гейм-стример, геймплей, этот, короче, гейм-волтрус стример. Что, блядь? Это так. Просто кто-то свой ТикТок скинул или чё, блядь? Поясните нахуй. Это Алинка Хесуса. Ай-яй-яй, ебать. Послушай, красавица, вот будешь хайпиться, блядь, на моем пердуне старом, блядь. Я тебя забаню у него на канале, блядь. Так он разбанил, блядь. Она все-таки рядом, а ты нет. Да, блин. Бля, я просто представляю, типа, если бы у меня Алина вот такую хуйню записывала, я думаю, бля, ебать, кринж. Нахуй надо вот это записывать вообще. Мне интересно, почему ты сын, блядь, тысячный, думаешь, что ты игрок или что ты себя представляешь? Это мы видели. Рухли. Читайте за этой акции, боты. Вы ставите плохую оценку Бравл Старсу. Бота, блядь. Дед Инсадик. Ёбаный рот. Дед Инсадик. Не понимаю, сука. Это приколы для долбоебов. Непонятный какой-то прикол. Понял, что может быть хуже, чем Dota плюс аниме, блядь. Наверное, Simix и Genshin Impact, блядь, я хуй знает. Наверное, просто Simix. Наверное, просто Simix. Наверное, что ты выебываешься. Поведением. Вот это вообще разъёб рифма была, блядь. Вова, компьютерная... Компьютерная томография. Охуеть, блядь, КТ нахуй. Обычный фокус, который вы можете показать, друзья. Мики, сосиска будет висеть в воздухе. Чухиська. Чухиська. Дед опять всех переиграл, блядь. Висит в воздухе. Охуеть, дед. А чё там у тебя... Чего, блядь? Чё, блядь, чухичка? Дед ебаный, ты чё нахуй? Блядь... Ну ебаный. Ребят, Ильич ёбнулся, блядь, пиздец, конкретно нахуй.